Сейчас выключу я, и компьютер вообще не включится никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша. Мам, ради бога, подожди. Ничего делать не надо, надо выключить. Надо выключить. Нет! Да. Нет! На обмеження со шкоры ахуя протесту. Выключай. Нет! И не кричи, пожалуйста. Достала! Не кричи! Не выключу! Значит, я выключаю. Мам! Значит, я сейчас выключаю. Мам, я хочу тут только почитать. Не выключить. Все. Мам, выключить. Не выключить. Я хочу почитать и все, и выключу. Мама, зачем? Ну тут вот это надо почитать. Я сейчас выключу. Мама, да выслушай. Какая же ты дура. Пошла ты нахуй, дура. Чтоб ты сдохла. У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацьке йому правило. Мати не залишає спроб домовитися з сином. Котрим покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Заткнись! Тише. Заткнись! Що це? Це мені такий дурацький інтернет. Із імбрюзного ноль. Це мені сайти. І все. Окей, сайти тебе інтересують. Скажи, будь ласка. Гугл є. І зачем мені було так робити? Чтоб ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал себя. Вот зачем. Я буду устраивать спасибо. Мам, хотя бы... Все? Все? Приехали? Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він вмовляє маму дозволити йому бодай телевізор. Поки у нас цю неділю комп'ютерного телефону не буде. Все. Посиди, посиди спокойно. Все. Посиди спокойно. Посиди. Позлись.